Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Лучший город Земли». Сегодня я предлагаю вам перевести стрелки наших часов на 21 год назад, в 1997, и поговорить о таком редком для Владивостока погодном явлении, как смерч. Как это пелось в одной старой доброй песне, изменения в природе происходят год от года. И это правда, из песни слова не выкинешь. Частенько в мире случаются различные погодные аномалии. Идут дожди, да не простые, не золотые, а рыбные. Вот несколько лет тому назад на дороге в городок Санта-Моника в течение нескольких минут с неба сыпалась живая рыба. А в Англии 20 лет тому назад прошел дождь из лягушек, причем не зеленых, а почему-то розовых. Монеты тоже с неба падают, жалко только там, где нас нет. Но, впрочем, что это я все о них да о них. Вернемся в наш город. В начале 30-х годов над Владивостоком пронесся самый что ни на есть настоящий смерч. И в районе Седанки прошел дождь из рыбы и мелких крабов. Также в 30-е годы в поселке Кавалерово из облака на землю падали медузы. Но это еще что? 20 лет тому назад, в сентябре 1997-го, жители лучшего города Земли ощутили на себе силу настоящего всамделишного смерча. По некоторым данным, скорость ветра достигала от 60 до 90 метров в секунду. 23 сентября на первой странице газеты «Владивосток» появилась статья под заголовком «Мы смерчу смотрели в лицо. Торнадо. В Владивостоке по небу летали 20-футовые контейнеры». Исторические хроники рассказывают, что 20 сентября примерно в 13:30 неподалеку от русского острова смерч умудрился поднять над морем на расстоянии 3-4 метров 12-местный пассажирский катер и несколько минут крутил его над волнами. К счастью, все обошлось без человеческих жертв. Еще один смерч в этот же день неплохо похозяйничал в районе площади Баляева, где он выворачивал с корнем деревья, а затем отправился на улицу Русскую и там срывал крыши с цехов завода «Дальприбор», выбивал стекла и ронял строительные краны. Еще один смерч пронесся на территории санатория «Приморье», вырвал с корнем вековые деревья и оборвал провода. Интересен еще и тот факт, что до 20 сентября 1997 года приморскими синоптиками не было зарегистрировано ни одного смерча. А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в эфире и хорошего вам погоды.